Уважаемые жители и гости города-курорта Анапа, в рамках проведения профилактических мероприятий, приуроченных ко Дню знаний, личный состав отдела ГИБДД, отдела МВД России по городу Анапе, будет нести службу вблизи расположения образовательных учреждений муниципального образования город-курорта Анапа и нацелен на выявление нарушений правил дорожного движения, в частности несовершеннолетними, правил перевозки детей в автомобиле, правил осуществления организованных перевозок групп детей автобусами. Мы в очередной раз обращаемся к водителям с просьбой быть особенно внимательными в местах, обозначенных дорожным знаком «Дети», проявлять осторожность при проезде дворовых территорий, территорий, которые прилегают к школам, детским садам, стадионам, зон остановок общественного транспорта и других мест, где возможен неожиданный выход ребенка на проезжую часть. Призываем родителей дополнительно провести беседы со своими детьми, направленные на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма. Особое внимание следует уделить подробному разъяснению правил поведения детей на проезжей части. Помните, что безопасность детей на дорогах зависит от взрослых. И не забывайте, личный пример – самая доходчивая форма обучения.